нами. Значит, три. Ну, это три больших технологических. С той стороны будет находиться и нафтил тогда. Водород обычно эффективен в верхних слоях старта подготовки. Дальше топливо, оно создается за счет использования керосина. Говоря, вот ангара позволит нам отправить даже тяжелый аппарат на Луну. Значит, объект располагается на 100 гектарах земли общей. Присутствует. Особенность этого объекта, что 70% это подземные сооружения. Это тяжелый ангар, это легкий ангар. Как это маленькое на фоне этого? Да. А там один стан? Там один, да. Но он как бы уже на строгое сокращение. Что это значит? Это настоящая ангара, вот такая точно как тяжелая. У нее только нет сопротивления.